Я приехал сюда прочитать пару лекций. В основном я буду говорить о внедрении международных стандартов аудита и учета. Я думаю, что это просто интересно узнать, как вот шел этот процесс внедрения, и с какими проблемами мы столкнулись. Мы поддерживаем уже второй год очень тесные связи. В прошлом году мы были здесь на конференции, в этом году, между прочим, тоже. Сотрудники кафедры в начале этого года были у нас в Вильнюсе на конференции. И так как-то наладились очень такие дружеские и теплые связи.